оба лидеры, на самом деле. Мы оба хотим к себе привлечь аудиторию. Я хотел бы быть артистом в полной мере, то есть заниматься каким-то общим творчеством, то есть выходить на сцену и показывать какое-то шоу. Мы показываем театрализованное представление, при этом в котором много секса, много подтекста религиозного, политического и так далее. Мы делали одну и ту же программу, одно и то же шоу, но это всегда было по-разному, потому что мы разные эмоции вкладывали, естественно, потому что когда делаешь то же самое, но это не конвейер, это не станок. Голова забита мыслями о том, как правильно сделать, как сделать лучше, как не облажаться. В любом случае, в любом магазине я не надену на себя одежду, потому что размеров нет. Я не могу сейчас сказать точно, сколько городов мы объехали, но это было более 100 шоу в Китае. Соответственно, разделите на пополам хотя бы. Я думаю, что городов 50 мы объездили точно.